Привет, друзья, с вами Кердекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Kingdom Builders. Мы с вами остановились на том, что победили босса, забрали у него кирку и начали по чуть-чуть добывать камень. Единственная проблема, что этот камень достаточно далеко от нас находится. Сейчас нам нужно строить с вами еще несколько жилых домов, так как у нас предстоит увеличение до 15... Ох ты ж, бляха, это еще одно поле придется ставить. Так, давайте сразу зачистим. Почему я воздух бью? Так, зачистили, можно сказать. Сейчас мы сюда влупим кустик. Так, заберите вот это все дело. Сюда положите. Умнички. Так, возводим еще одну ферму. Сразу заранее. Берем деревяшечки. Побежали, побежали. Твою мать. Фьюстоун. У нас проблема, давай кинем ресурс. Оу, щет, вот это я урона поймал хорошечно. Так, одного забрали. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау, хп нет вообще. Ничего страшного. Так и страшно, понял. Срочно, срочно, побежали, 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 побежали. Нет-нет-нет-нет-нет-нет, уйди от моих зданий, уйди. Так, отлично, его забайтили. Бить будете, нет? Ёпперсете. Я был уверен просто, что в момент последнего удара чел был направлен в это, в противоположную сторону. А оказалось, что он прям не в морду направлен был. Ну, бывает, бывает. Так, у нас есть свободные люди? Свободных нет, поэтому мы сейчас будем отстраивать дома. А что у нас по зоне постройки? А вот, собственно, и первая проблемка, знакомьтесь. Проблемы с зоной постройки. Тут у нас производственная, тут мы не трогаем. Я хочу сохранить все-таки здесь места под поля. Тем более, что спаун врагов у нас с той стороны. Я думаю, что мы попробуем сделать вот как. Мы попробуем использовать все-таки башню. Задача которой как раз-таки увеличение зоны. А башню-то нужно в зоне поставить для того, чтобы увеличить зону застройки. Окей. Это, конечно, было ожидаемо, но не настолько. Так, хорошо, давайте здесь найдем крайнюю точку. Крайняя точечка. Что это такое? Подняли ягодки. Отнесли сюда. Выкинули. Супер. Вот сюда, прям на краешек, влупим тауэр. Давайте нарубаем сами дерево. Рубайте, 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 рубайте. Аккуратненько отнесли, взяли еще. Отнесли. Запомнил? Тот вроде бы запомнил. Да, слушайте. На какой-то определенной дистанции они отлично работают. Так, у меня вопрос. Где мой меч? У меня просто возник вопросик. Он выпал, что ли, из меня? Да нет, вроде. Ёпперсете, придется еще меч лутать. Сейчас крафтить, точнее. Матерь божья. Так, откромсали. Погнали. Тут уже фигня осталась. Хернище у нее коса огромная у нас, это Изабелл. Так, расширение. Сейчас глянем, как оно работает. Нас интересуют все еще дома. Оу, щит, оно очень хорошо работает. Очень хорошо, очень. Так, давайте сюда начнем. Правда, беда в том, что они же, походу, с пещеры выходят. Может быть, ряд неприятностей, ну да ладно. Так, давайте, нам надо первого поставить на... На-на-на-на-на. Еду. И потом уже всех остальных докинем. Так, плюс 3 по еде. И теперь мы можем, по идее, смело еще как раз 3 здания поставить. Так, заберите это добро. И сюда положите. Немножечко с мусором разобрались. Так, вот это все повыпиливайте. Тут у нас сейчас еще дома будут плюсиком. Аккуратненько. Давайте я сразу все проекты поставлю. Тихо.
2 и 3. Там сверху останется место для еще одной башни, если что. Жить можно. Так, первый пошел. У нас, по идее, будет четвертый помощник, с которым жизнь станет сахар. Так, отнесли. Сразу же сейчас все отстроим, чтобы уже не мучиться. Взяли. Отнесите сюда лучше. Туда я по одному сам принесу. Она подняла, но она не знает, куда нести. Понимаю. Так, по идее, мы опять вышли в ноль. Что в целом норм. Так, следующий у нас 30 жителей, да? Понял. Так, давайте Арнольда возьмем с нами. Этот пока не открываем, и мне нужно скрафтить 2 меча. О, мы теперь кирки крафтить можем. Оу, щит, так мы можем... Оо. Так, ребятки, хелпаните. Этот мы поднимаем, отдаем Арнольду. Арнольд, это Сим. Арнольд у нас темненький. Держи. Самоотдача уровень 100. Есть, так, этот экипируем. По-хорошему, надо бы, конечно, кирочки всем скрафтить. А, я еще кирку потерял. По-хорошему, кирочки надо всем скрафтить. Ну или хотя бы двоим-троим. Ну раз уже двоим-троим, то что не скрафтить по-человечески. Так, держи. Запускаем следующую. Забираем, накидывай. Ну? Кого-то не пропустили? Я понял. Так, у кого еще нет кирочки, у тебя нет. Забавный процесс сам по себе. Но жить с этим можно. Так, лесоруб у нас филонит. Так, у кого еще нет? У тебя нет кирки? Держи. У тебя есть, Изабель. Изабель. А, Изабель, по-моему, стырила мою кирку. Что-то мне подсказывает. Так, у вас у всех должна быть кирочка. Замечательно. Так, с этим разобрались. Подняли людей, 4 человека. Я думаю, что мы можем, во-первых, сбегать сейчас в сторону пустынного биома. Немножечко там раздолбим камни, проверим, как это работает, если массово все начнут долбить камень. И в придачу, в надежде, чего-то вкусненького туда пойдем. Ну вот, допустим, берем кирку. Где четвертый? Кого мы потеряли? Мы потеряли эту... Изабель. А где она делась? Изабель, мать твою! Причем она числится в пати. Изабель, ты что тут стала? Она хочет отнести дерево, по всей видимости, да? Изабель, мать твою! Чем она в руках? У нее кирка в руках. Что ты тут хочешь делать? Я не могу понять, что она хочет. Хорошо, сейчас проведем эксперимент. Дерево есть? А еще одна... А, все нормально. Нет, это ее тоже не отвлекает. Изабелка, ты получается предатель, правильно понимаю? Она хотела отнести дерево. И что ты сейчас делаешь? Все, она угомонилась. Погнали. Славьте, господи. Нет, она не угомонилась. Что она делает? Что она делает? Куда она пошла? Так. И где теперь другой четвертый? Гонора, где? Что происходит? Гонора, ты что делаешь? Все, все за мной. Славьте, господи, боже ж ты мой. 30 лет чуть не прошло. Гонора, мне нужны абсолютно все.
Что с вами не так? Молодой человек. Они сами друг другу, что ли, ломают вейпоинты? Так, сильно не убегаем, проверяем. Вроде все окей. Так, кирка есть, давайте. Эксперимент. Чего? А, я таскал с собой еще один меч, понял. Бьем. Нормально так, слушайте. Очень даже нормально. Я, правда, думал, что они на другие камни побегут. И начнут уничтожать в кашу. Ну и так сойдет. Очень даже сойдет, слушайте. Так, окей, погнали месить тогда вражину. Они умудряются даже отходить от его атак. Неплохо. Да, смотрите, они отходят, причем ровненько на расстоянии, чтобы их не задело. Тут они уже не смогли осилить, потому что подошли к второму голем. Понимаю. Такой выбор уже сложный, очень сложный. Камингсу, понял. С этим все понятно. То есть здесь просто море камня, да? Это добывается? А ну-ка, кромсайте. Устали кромсать, понимаю. Это бесконечный источник камня, что ли? Похоже на то, слушайте. Его здесь прям до хренища. Взяли по камушку. И побежали домой. Хорошо, с этим ясно. Тогда придется окунаться в данж, как минимум ради прокачки. Кстати, мы прокачку не узнули, у нас один поинт есть. Естественно, я его по всей наглости закину к себе. Зачем им лишние поинты, правильно? Когда все может мне перепасть. Так, иди сюда, пока камни отгружайте здесь где-то. А вы их прям по пути выкинули. Понял. Вам лишь бы ни черта не делать. Так, мы дошли до 6 этажа. Конечный здесь 20. Погнали. Уничтожать все живое. Ну да, дамаг, конечно, не фонтан. Плюс тут еще и хог этот мелкий. Но люля все равно будем получать. Это факт. От этого никуда не деться. Тихо, тихо, тихо. Ай-я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 й. Жопу грызу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Меня клавиша заел, твою мать. И все мое оружие там. Понял, сейчас крафчу, пойдем злого. Так, мы на месте. Пятые слаймы, четвертые хоги. Ну слаймы-то запросто, а вот хоги. С ними уже есть вопросики. Немножечко вопросиков. Ну? В смысле? Он же уже приземлился, как мне урон нанес. Неплохо. Слайм АОшник проклятый. Он все время будет нас задевать. Так, давайте сейчас быстренько сразу ключ найдем. Да не будем мучить жопу. А вот и ключ. Здрасте. Причем он первого левела. Так, идите режьте их. Ну, наших они дамажат очень слабо. Твою мать. А вот мне влетает очень даже хорошо. Не тратим время почем зря. Здесь почему-то первые слаймы. Хотя уровень 7. Ай. Нужно какое-то копье вместо меча. Чтобы дистанция дамага была повеселее. Да, давайте бейте их там. Отлично. Можно, в принципе, пригениться чуть-чуть. Ради приличия. Потому что, мне кажется, здесь весь уровень забит слаймами. Что-то мне подсказывает. Как он дамажит, когда он уже приземлился? Я вот этого не понимаю. Как такое будет быть вообще? До свидания. Так, переход еще наверх. Хок пятый.
Понял, 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 понял. На пролом. До свидания, до свидания. Тупиковая комната. Нормально. Они очень быстро о нас забывают. Вот в чем есть преимущество. Очень быстро. Но что-то мне подсказывает, что уровни становятся все больше и больше. О, здрасте. Вот мы вас и нашли, молодой человечек. На днище. Так, здесь уже шестые слаймы. Так, пока там наши подерутся, я быстренько разведочку проведу. Скелеты. Ёпарес, ёпарес. Это что за покемоны? Проходим, 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 проходим. Там тупик? Не тупик. Так, ключ здесь? Ключ здесь. Отлично. Спидран, мать его, воплоти. Я уже сбился со счета. А, девятая комната. Все нормально. Все под контролем. Хера он дамажит. Сам-то он такой, ни рыба, ни мясо. Но дамажит довольно жестко. Особенно за счет этих круговых атак, мать его. Ох, ох, ох. Нормально. Там у нас один челик при смерти. Но это вроде бы не критично. Нет, критично, он умер. Твою мать! Стон голем здесь нас ждет. Втроем затащим, ничего страшного. Отлично, 10 уровень. Мы несем небольшие потери, но мне кажется, это не критично. Так, твою мать, еще один скелетон. Тихо. Ого, ого. Ты гляд, что творит. Сейчас наших еще съедят. Тихо, 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 тихо. Аккуратненько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас меня съедят. Нет, зажали демон. Сколько у нас поинт? Мы даже одного поинта не получили. Грусть, печаль. Тот поинт я вкинул себе в силу. В принципе, этого пока достаточно. Этого пока хватает. Так, тут оба записаны. По идее, нам нужно починить их дома, насколько я помню, да, чтобы проснуть. Так, интеракт. Да. Ребятки, идите сюда. Давайте немножко деревцем скинемся. Куда она пошла? Где-то дерево там подворовывает. Так, Сим родился. Сейчас мы его запишем. А второй человечек, по-моему, у нас там в самом конце. Сейчас. Assign Sim есть. Я так понимаю, что у них экипировки нет. Они точно так же ее теряют при смерти, как и я. Это грустная история. Но ничего с этим не поделать. Так, и Арнольд возрожден. Арнольд возрожденный жив. Добро пожаловать в тиму. Стоп, у нас два человека, что ли, простаивают, да? Опа-па, опа-па. Так, опоздание. Carry load of items. А ну-ка, подождите. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Бляха, тут тоже надо башню поставить. Давайте, ребятки, сейчас у нас будет небольшая работка. Я сначала неправильно понял работу скота. А теперь как понял. Слава богу, хоть топоры у всех есть. Сейчас организуем, будет красотень вообще. Ты гля, сразу же потырили. Может, даже сами построят? Не в этой жизни, понял. Так, башенка есть. Мул стейбл. Давай вот сюда куда-то пихнем. Давайте, ребятки, еще дерево надо. Наши лесорубы не вывозят по объемам работы.
7, 8, 9, 10. Волна. 10 есть. Монстерс каминг. Вер. Бляха, они слева где-то сверху. Здание оживите. Оу, щит. Я их не забайтил, да? Так, пацаны пошли их байтить. Бляха, у меня же оружия нет. У кого есть оружие, рубите. Я вас понял. Все надо всегда самому делать. Нам сейчас херву тучу здания разрушит, инфосотка. Эквип, погнали. Ох, щит. Первый пошел. Второй пошел. Третий пошел. Так, одно здание в долину. Все остальные вроде бы как живы. Он не может быть починен, домик, он уничтожен в крах. Жопа. Вообще-то было обидно, ну ладно. Давайте, проходите быстрее. Восстанавливаем, как ни в чем не бывало. Сейчас надо еще проверить, где был ответственен человечек, который здесь жил. Поля все работают. Поля вроде бы все работают, но у нас все равно минус один. Как эта магия произошла? Так, доставщики все? Все. Лесоруб на месте? Лесоруб на месте. Вроде бы все окей. Так, Дюк Рейнер, интеракт. Эдмузес компаньон, the city center. Drop items to fill up the inventory. Окей, сейчас проверим. Мы временно сейчас освободим Арнольда. И можем сюда записать мула. Holy crap. Мул, иди сюда. Сейчас мы тебя будем тестить. Хотя тестить лучше всего на камне, правильно? Так, ну вот, допустим, сломали деревце. Дроп. Нихера себе у него инвентарь. Это впечатляюще. Очень даже. Я только в прошлый раз говорил, что, бляха, нам бы найти способ получить тележ. Но у нас есть круче, у нас есть мул. Что может быть круче мула, серьезно? А, он только по 4 в саду. Ну, все равно неплохо, слушайте. Если так прикинуть, то это очень даже неплохо. Давайте здесь складик организуем. А, я вот так могу с него навыкидывать. Лол, ок. Так, есть, теперь булыги. Складик организован. Пошли теперь со мной, мул. Пошли. У нас есть для тебя, мягко говоря, работка. Пошли. Мы тут небольшой запасик имеем. Его можно было бы как раз собрать. О, кстати, меч. У тебя нет меча, держи. И пихайте в мула. Все, пихайте в мула. Не уходи, мул. Мы же в тебя пихаем. Забавный аттракцион получается. Это еще не все, мул может нести больше. Мул, сладенький мой, иди сюда, иди. У нас тут есть источничек прям для тебя специально. Все, не влазит, да? Забили мула, супер. Это очень и очень хорошо. 32 единицы, а склад у нас сколько? 40 вмещает, по-моему. При складе в 40 мул нас очень сильно может выручить. И это, мать его, восхитительно. Только если бы на нем еще ездить можно было, было бы вообще супер. Неоценимо офигенно. Мул, иди сюда. Сейчас я буду разгружать. Давай, все отдай нам. Теперь взяли по камушку. На склад. По камушку, на склад. Вот если бы они не крутились, а с точки на точку переходили, они бы работали в десятки раз эффективнее.
Все забрали? Все забрали. Даже больше вышло. А, ну тут один камень, по-моему, валялся. Поэтому 33 вышло. Но в целом-то, результат очень даже хороший. Му, я тебя прям обожаю. Я тебя прям обожаю. Так, что у нас здесь еще? Апгрейд. Давайте еще в силу. По 30 урона теперь будет. Так, его можно вернуть на базу. На базу вернуть можно только через отписочку, да? Возвращаем Арнольда. И он ушел на базу к себе, да? Красава, мул. Красава просто. Хорошо, ребятки, пока что мы сделаем с вами небольшую паузу. Как видите, это, по сути, весь контент в игре, который на данный момент есть. Я надеюсь, что игрушка будет развиваться, потому что в целом механика достаточно интересная. Поэтому, ребятки, не забываем комментировать увиденное и нажимать на колокольчик. Всем пока-пока.